меня в последнее время преследует Тимати. Серьезно, официально заявляю, меня преследует Тимати. Тот самый Тимати, который там Том Верде Форте, меня преследует везде. Хожу в свою любимую пятерочку. У меня рядом с домом пятерочка. Захожу в другую пятерочку, в любую пятерочку захожу, стоит картонный Тимати и смотрит на меня. Я даже с ним сфоткался один раз. Я сфоткался с картонным Тимати. Это в сторис у меня, можете посмотреть в инстаграме. Потом я понял, что он меня преследует. Короче, реклама появилась, понимаешь? Где Тимати приглашает, точнее не приглашает, а поздравляет лично меня. А я почему-то все время все его рекламные ролики воспринимаю лично к себе. Он говорит: Виталя, я тебя поздравляю. У тебя наконец-то случилось, ну, хоть что-то важное в жизни. Ну что ж, я всех поздравляю и объявляю об официальном старте продаж чипсов Лейс со вкусом Black Star Burger. Все остальное это шелуха. А вот то, что я теперь сделал чипсы со вкусом Black Star Burger, вот с этим я тебя поздравляю. И Егор Крид с тележкой подтверждает. Сейчас я тут выбираю домой. Продуктами затарился. Да-да-да. Ну, это отличная идея, потому что свежее, чем тут, ты точно не найдешь. На связи, бро. На связи. Подтверждает то, что я должен радоваться, и что свежее, чем в пятерочке, нигде ничего не губишь. Отлично, ребят, молодцы. Пиар-акция здоровская, но у нас сегодня, в общем, чипсы... Чипсы Лейс, ну это чипсы Лейс, в общем, все к ним привыкли, но со вкусом Black Star Burger. Я Black Star Burger люблю, уважаю и всегда как бы топлю за Black Star Burger, потому что сочный, Вася, мощный, вот это все нравится мне. Но насчет сочности я не уверен в чипсах, потому что это сухой картофель. Еще они тоже вот со своими ликами прекрасными продают Dark Vanilla, то есть еще пепси для них. А подожди, а Лейс это что же пепси, нет? Нет, Лейс это не пепси, это ООО Frito-Lay Manufacturing, а это пепси. Вот, короче, и пепси отдельно сделала линейку для того, чтобы кто там кого пиарит, я не знаю, пятерочка, Тимати пятерочку, Black Star всех вместе, или, короче, кто там кому сколько, что там заносит, я не знаю. Приблизительно, наверное, одинаковые у них ценности для пиара друг друга. Короче, ладно, чипсоны от Тимона у нас. Чипсы из натурального картофеля Black Star Burger Barbecue. В состав. Что у нас в составе? Я чипсы редко ем, поэтому даже не знаю, в чем он состоит. Состав. Картофель, растительное масло, ароматизатор. Ароматизатор состоит из сахара, вкусоароматических веществ, соли, усилителя вкуса и аромата. Чем в Америке? И термический, технологический ароматизатор. Еще вот даже такая хрень есть. Делают все это в кашире. Больше какой-либо интересной информации с задней стороны нет. А впереди Егорка, Тимати. Как там Тантум Верде Форте у вас поживает? А что касается пепси, тут тоже нет ничего интересного. Это пепси как пепси. И опять с ликами двух прекрасных молодых людей, которые стригутся явно в барбершопе. Это радует. В моем личном рейтинге пепси хуже, чем кока. Кока-кола вкуснее, лучше, сильнее, выше и здоровее. Пепси, короче, если бы это была акция с кока-колой, было бы интересней. Пепси для меня не топчик. Но я знаю, что 50% примерно людей, которые посмотрят этот ролик, думают наоборот. Это нормально абсолютно думать иначе. Ладно, друзья. Момент истины. Чипсоны от Тимона. Это как открывать киндеры в детстве. Я пока не вижу. А вы видите, что там, скажите, там маленькие бургеры сушеные или что? Или все-таки чипсы, как обычно? На лицевой стороне упаковки приведен вариант сервировки. Вот такой вот вариант. Кстати, вот мне кажется, такой вариант сервировки отличный. Чтобы был бургер Black Star и две чипсины. Меня устроит. Я бы убрал две чипсины и норм. Ну, запах какой-то типа барбекю существует, конечно, но это не запах бургера. Чё-то химики как-то не потрудились. Так, ладно. Не могу вкуса распробовать, что-то угораю меня. Это уже шестая чипсина. И я пытаюсь выцепить вкус
того, о чем здесь написано. По большому счету, наверное, только люди, у которых Тимати головного мозга и Егор кретинизм, могут ощутить в этом вкус вкусных бургеров из Black Star. Максимум, что я чувствую из около бургерной мясной темы, это, возможно, это привкус каких-то копченых свиных ребрышек, причем легко копченых, и это хорошо, это в плюс идет по вкусу. Но вкуса бургера я не чувствую. Но так же, как странно надеяться в чипсах почувствовать вкус, там, я не знаю, краба, вкус икры настоящие. Химики, они хорошие ребята, они клево все проделывают, все эти порошки смешивают, чтобы получить тот или иной привкус. Вот. Но тем не менее, это никогда не получается прям да. Вот здесь не получается прям да совсем. Если честно, то это вкусные чипсы, то есть у них есть какой-то интересный привкус. Наверное, пожалуй, один из самых прикольных привкусов, которые можно придумать для чипсов. Но это вообще не бургер. То есть это понятно, что это как бы пиар-акция и всякое такое, но это не исключает того факта, что чипсы вкусные. Кисло-сладенько-копченый такой вкус, который не напрягает. Пожалуй, да, пожалуй, эти чипсы довольно вкусные. Оу! Ты че, ребят, вы так рады меня видеть, что ли? Хорош. А вот запах у Пепси вкусный. Он не столько ванильный, сколько непонятно... Ну, то есть, необычный запах, там... Кока-кола ванила или Пепси ванила. По-моему, Пепси тоже есть ванильная, да? Он немножко отличается, короче, от стандартного ванильного запаха. Все, давайте. Я жертва маркетинга. Ну, что поделать? Ну, серьезно. Ну, преследование Тимати. Вот это ненавязчивая реклама, когда Тимати лично меня поздравил с тем, что в моей жизни теперь есть. Вот это все подтолкнуло меня на мысль, что я должен это купить и попробовать. Я купил, попробовал, я не обломался, и в то же время я не кайфанул. То есть, если проводить параллели с тем же Black Star, да, когда первый раз я поехал снимать Black Star, я тогда сам, там, у меня Димки еще не было, он мне не помогал снимать ролики, там, где-то в каком-то парке я пробовал эти бургеры, и такой, ничего себе, у нас такого нет. Вот это очень круто. Мясо очень сочное. Сочность вот этого всего, я не знаю, может они воды дополнительно в фарш добавляют, но вот эта сочность, она шедевральная. В общем, мой выбор все-таки это Black Star. То есть у нас вот для моих ощущений это было вау, круто, сочно, мощно. Даже остывшие тогда бургеры мне понравились. Однозначно Black Star Burger для меня это как бы одно из передовых заведений в этой тематике. Это чистый маркетинг. Это чистый маркетинг, то есть на популярности людей, на популярности продукта делаются вот такие вот коллаборации, Pepsi, Black Star, коллаба, которые в плане вкуса и интереса под собой не несут ничего. То есть это чисто для фанов. Вот фанаты там Тимати и Егора Крида, наверное, купят кучу таких пачек, обклеят себе стены, там, как раньше, вот там на дверь повесят, будет открываться. Раньше у всех Ван Дам висел там, да, или Сталлоне какой-нибудь. Сейчас будут эти два парня висеть. Я не против, не, пусть висят, как бы я уважительно отношусь к тому, что они делают, ну, относительно там того же Black Star. Крид, правда, не имеет отношения к этому. Ну, неважно, короче, они занимаются там своим творчеством, пускай занимаются на здоровье. Я про продукт. Чипсы норм, чипсы есть можно, они довольно вкусные. Вкуса бургера вы там не почувствуете абсолютно. Пепси по вкусу Пепси ванильная. Все, ничего особенного. Ничего нового. Вот такой обзор. Как бы кипежа вокруг этой истории больше, чем действительно выхлоп какой-то в чем-то новом. Ничего нового нет, все то же самое, но чипсы есть можно. Не самый плохой вариант сделали, хотя бы не сильно испортили чипсы как продукт. Спасибо за просмотр, я жертва маркетинга, красавчики, ставьте лайки. Все, пока. Это там Тул Верде Форте, убивает он микробы в горле. Блин, нормальные, в принципе, чипсы.